Именно из этого дома номер 142 по улице Льва Толстого в 1941 году на фронт ушел 16-летний Александр Ямщиков. Он был крепким физически, владел боевыми приемами и немецким языком, из-за чего ему сразу предложили стать полковым разведчиком. Еще под Москвой он взял в плен немецкого генерала, но особо отличился в боях за освобождение Украины. У небольшого села практически в одиночку ликвидировал немецкий отряд. Всего за время службы в разведке Александр Васильевич доставил 23 гитлеровских офицеров высокого ранга, обладавших ценными сведениями. Информацию обо всех подвигах героя собрал в одной книге член его семьи Александр Прокофьев. Он был стойкий характером и завещал всем нам, независимо кто мы, какой национальности, что, какой у нас характер. Всем завещал быть стойким, настоящим мужчиной. Воспоминаниями о герое Советского Союза делились сегодня на торжественном митинге в честь 95-летия со дня рождения Александра Ямщикова. О нем говорили члены его семьи, депутаты Самарской губернской думы, представители ветеранских организаций и участники молодой гвардии. Я считаю, что наша страна сильна, в первую очередь, тем, что мы не забыли ни одного героя. Мы чтим память и передаем их подвиги из поколения в поколение. Мы не являемся Иванами Непомнящими родства. И в этом наша сила. Александр Ямщиков прожил 64 года. В 1987 году о себе напомнил осколок гранаты, который 40 лет находился в голове легендарного разведчика. А в 2004 году на доме, где родился и жил герой, установлена мемориальная доска, чтобы сохранить память о подвигах защитника Родины. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.